Несколько лет назад у нас у садиков, у школ положили лежачих полицейских, но сейчас многие конструкции уже выходят из строя, остаются какие-то отдельные куски, и водители как-то пытаются объезжать, лавировать. А насколько это опасно, или даже в таком состоянии они все-таки приносят какую-то пользу? Если говорить о содержании таких искусственных неровностей, то неоднократно в текущем году проверялось их содержание. По результатам этих проверок было выдано два предписания балансодержателю искусственных неровностей. И за невыполнение этих предписаний составлено два административных протокола. Конечно, качество именно этих искусственных неровностей сейчас во многих участках достаточно проблематичны, но, как обязали нас балансодержатели, в ближайшее время они постараются устранить все эти проблемы именно с содержанием искусственных неровностей. Ну, вот с водителями, с пешеходами понятно. Сейчас становится модно пересаживаться на велосипеды. Многие уже владимирцы ездят, жалуются, что нет условий, то есть им приходится либо по проезжей части ездить, либо по пешеходным дорожкам. А у ГАИ есть какие-то претензии к велосипедистам? Ну, если говорить в целом, то многие велосипедисты не соблюдают те требования и нормы правил дорожного движения, которые им предписаны. Очень часто наблюдаем картину, когда на перекрестках, на запрещающихся на светофоры автомобили останавливаются, а велосипедисты также беспрепятственно продолжают движение в нарушении ПДД. Не считаю, что они что-то сделали плохого. Вот это, конечно, пугает, потому что незнание правил очень часто приводит к тяжелым последствиям. Многие из взрослых велосипедистов катаются по тротуарам, что тоже не разрешается правилам дорожного движения, потому что тротуар у нас служит для движения пешеходов. А, конечно, проблема в том, что нет велосипедных дорожек, ну, мы это прекрасно понимаем, но если выехали на проезжую часть, то необходимо соблюдать все требования и нормы ПДД. Особенно тревожит, когда велосипедисты пересекают проезжую часть дороги по пешеходным переходам, не слезая с велосипедов. Очень часто происходят случаи наездов именно в таких случаях. Совсем недавно, на прошлой неделе, в одном из районов области, в таком случае велосипедист погиб. Также пересекал дорогу на велосипеде по пешеходному переходу, но был сбит автомобилем и скончался. Здесь, конечно, усматривается и вина, и водитель, но и велосипедисты, они более мобильные, в отличие от пешеходов, и считают, что если вот он от края проезжей части подъехал к переходу, резко рванул на другую сторону, то ничего не нарушил. На самом деле необходимо слезть с велосипеда и, везя его рядом, перейти через проезжую часть. Вот для пешеходов, наверное, одна из самых опасных трасс – это Пекинка. Сейчас там строится переход в районе Веризина. Как вы считаете, он как-то поможет вот улучшить ситуацию? Или там так же, как в Семязино, люди будут перебегать по проезжей части, и он не будет пользоваться спросом? Спрос на такие переходы, он необходим веянием времени. Вы понимаете, что с каждым годом количество транспорта увеличивается. Особенно это касается федеральной автодороги. И поэтому уже по проезжей части, даже при наличии пешеходного перехода, нерегулируемого, достаточно сложно перейти дорогу. Очень часто происходят столкновения, когда одни из автолюбителей остановился, другие не заметили его маневр, совершают задние столкновения. От этого происходят заторы, пробки. Для того, чтобы всего этого избежать и осуществить бесперебойную работу транспорта, сделаются надземные переходы. И, наверное, здесь уже сами граждане должны думать и заботиться о своей безопасности. Если государством выделены достаточно серьезные финансовые средства для безопасности пешеходов, то они должны пересекать проезжую часть по правилам дорожного движения, используя все вот эти нововведения. Ну, конечно, существует проблема именно людей, которые захламляют эти переходы и используют их не по каким-то прямым назначениям, то есть собирается молодежь, там разрисовывают. Конечно, все это плохо и не отражает
и нет желания людям иногда просто по нему передвигаться. Это, конечно, проблема. Это воспитание нашего общества и отсутствие именно культуры в поведении не только на дороге, но и в быту. Кстати, о пробках вы заговорили. Этим летом город разработал такую стратегию. Так как в бюджете нет каких-то больших средств на строительство дополнительных дорог, решили немного расширять перекрестки. Вот первые расширили у факела. Есть какой-то эффект уже? Вы почувствовали? И какие еще вот перекрестки самые такие напряженные, которые требуют расширения? Конечно, после того, как эта развязка на пересечении улицы Мира с улицей Проспект Строителей была сделана, заметно движение стало лучше, и это заметили не только мы, но и жители нашего города, и гости. Те проблемы, которые существовали именно с общественным транспортом, здесь попросту ее нету, и пока вот на этом перекрестке каких-то серьезных нареканий по работе и светофорных объектов не поступало. Проблемные участки, конечно, в областном центре существуют, и все автолюбители, конечно же, их знают. Один из них – это пересечение улицы Горького с улицей Мира, когда транспорт движется в сторону Октябрьского проспекта. Здесь в часы пик собирается большое количество транспорта, и две полосы для движения, конечно, не могут позволить автолюбителям быстро пересечь проезжую часть. Кроме этого, это выезд с улицы Верхнюю Дуброву на проспект Ленина. Здесь также две полосы, а хотелось бы, чтобы здесь уже было, наверное, две, а три, для того, чтобы транспорт мог беспрепятственно поворачивать налево и также направо. Понятно. Вот сейчас не проходит и недели, чтобы мы не услышали о каких-то таких вот страшных авариях с участием пьяных водителей. Какова статистика во Владимире на сегодняшний день? За 10 месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 375 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, которые находились в нетрезвом состоянии. У нас небольшой рост по данной причине дорожно-транспортных происшествий. Вот совсем недавно была проведена профилактическая операция «Бахус». Есть определенные результаты, где-то почти 400 водителей, 300, если быть точным, 393 водителя было выявлено за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. И также были задержаны водители, которые, не имея права управления, находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Но это в основном касается тех лиц, которые или уже лишены водительского удостоверения, или его попросту не получали, но уже садятся за руль в состоянии опьянения. Все материалы по данным делам направлены в суды для принятия мер в отношении таких водителей. Срок лишения составляет от 1,5 до 2 лет, и на усмотрение мирового судьи уже выносится лишение. Или это максимальный срок, или минимальный, или какой-то средний. То есть на усмотрение судьи по рассмотрению всего материала дела. Сейчас все знают, что в Государственной Думе готовится серьезный пакет поправок, именно связанный с борьбой с пьяными водителями. И мы надеемся, что те изменения, те ужесточения, которые будут введены, заставят автолюбители отказаться выпивать перед тем, как сесть за руль. Алкозамки могут помочь? Рассматривается много вопросов. Один из методов – это алкозамки, но подождем еще буквально немного, я думаю, до конца года уже весь пакет документов будет подготовлен, и все нововведения мы уже доведем до населения, расскажем о том, кому какая ответственность грозит за то или иное нарушение. Спасибо большое, что были сегодня у нас. Спасибо за информацию. Всего доброго.